Сегодня здесь и ваши дети. Я скажу, уважаемые теперь уже коллеги, сегодня радостный и грустный, конечно, день. Радостный, потому что вы достигли своей цели. 5 лет напряженного труда – это дорогого стоит. И вы получаете диплом, который говорит о том, что вы имеете достаточную квалификацию, чтобы реализовать свои самые дерзкие идеи в металле. И вы выходите в жизнь, и дальше все будет зависеть от ваших личных качеств. Образования достаточно, проявляйте свою напористость, энергичность, энтузиазм, и все будет хорошо. Грустный день, потому что 5 лет с друзьями, преодолевая рядом сложности, помогая друг другу, сегодня вы расстаетесь. Но расстаетесь не навсегда. У нас традиционно проводятся вечера встречи выпускников. Ребята собираются. И чем труднее была учеба, тем интереснее эти встречи. Собственно, о трудностях обычно рассказывают и веселятся. Результат. Вот у нас 8 февраля собираются выпускники, 20-летний выпуск, о том, что образование у нас хорошее, вот в частности, там будет наш выпускник Набоков, который сегодня генеральный директор в ГУП «Пригон». Это ведущее предприятие, посмотрим. Но это карьера очень серьезная. Я желаю всем проявлять максимальное, наверное, трудолюбие, наверное, так сказать. И это будет большим залогом эффективного роста, карьерного вашего роста. Желаю всем успехов. Не забывайте военмех, собирайтесь на встречи. Мы всегда рады вас видеть. Всегда интересно узнать, как складывается ваша жизнь. Ну, а у преподавателя так всегда получается, что наши выпускники поднимаются выше нас, а для нас это счастье. Удачи всем!